Ой, знаете, сборы – это всегда рутинная работа. По-хорошему я понимаю парней, насколько тяжело преодолевать те нагрузки, которые предлагаются на этих сборах, конечно. Сам был футболистом, знаю, насколько это рутинная, кропотливая работа. Вдали от семей, детей. И, естественно, что нужно прежде всего ментально настроиться на такую кропотливую работу для того, чтобы заложить ту базу, за счет которой ребята смогут оставшуюся часть сезона провести на хорошем уровне. Поэтому в этом отношении я считаю, что у нас профессионалы парни. И я хочу отдать им должное за то, что они прекрасно понимают, для чего эта работа проводится, ради чего мы все-таки работаем в таких режимах, да, плюс контрольные игры, в которых, безусловно, у нас нет еще свежести той физической, которая будет, безусловно, у нас в официальных играх. И на фоне вот этих нагрузок играть еще, конечно, это непросто. Поэтому с большим уважением к парням отношусь в этом отношении, как тренер, понимаю их прекрасно. Но, тем не менее, мы делаем общее дело, и те нагрузки, которые были предложены на этих сборах, это только для того, чтобы команда была хорошо готова и чтобы мы показали положительный результат в оставшейся части сезона. Если брать первый и второй сбор, то там был общий объем нагрузочной работы больше. Сейчас пошла уже более интенсивная работа на третьем сборе. Если на первых двух сборах, скажем так, мы понимали, что не столь важен результат в контрольных играх, а именно вот то, что я сказал, на базе вот этих нагрузок больших, да, чтобы ребята все-таки постарались выполнять те требования, которые тренер предъявляет. Ну, не все получалось. В плане результата они были неплохие, ничьи были, но, тем не менее, еще раз говорю, мы не придавали большого значения на тех первых двух сборах результатам контрольных игр. А сейчас уже действительно, уже мы вышли немножко на другой уровень подготовки, и в контрольных играх стало появляться то, над чем мы работали, и это, скажу так, радует. Поэтому и результат, в принципе, пришел. Две победы и заключительная игра с Кайратом. Это уже будет последняя проверка перед официальной игрой с Локомотивом. Я думаю, что все ребята, которые появились у нас в команде, безусловно, мы на них рассчитываем. Это не тот процесс, где мы, знаете, брали там по остаточному принципу. Нет, все ребята, которые к нам пришли, это мы, безусловно, я как тренер, тренерский штаб, мы все отслеживали их возможности, анализировали, разговаривали. И в целом, я считаю, что на данном этапе, пускай даже немного времени они с нами, но мы уже что-то сдвинулись в плане профессиональном и в плане эффективности мы сдвинулись. И Саша Зуев это подтвердил в последней игре, можно сказать, сыграл с листа, но очень на высоком уровне. Для 20-летнего парня на таком уровне сыграть, забить гол, красавец. И в целом влиться в командный механизм, это говорит о том, что хорошая подготовка и хорошее видение футбола у него. Ну и все остальные, Кудряшов Павел, новичок. Вот, и все остальные, Цвейба, Сандро, тоже, безусловно, мы на этих ребят рассчитываем. Только время покажет и официальные игры, насколько мы готовы уже конкурентоспособными быть. Чем меньше остается времени до официальной игры, тем внутреннее, когда команда готова, когда хорошие сборы проведены, хорошую нагрузку получили, тем, наоборот, спокойнее становится. Может быть, внутренне каждый, конечно, прокручивает в голове, что официальная игра, что важность хорошо начать. Безусловно, это присутствует. Но, поверьте, для спортсменов, футболистов в частности, могу даже из своего опыта сказать, когда я физически себя хорошо ощущаю, когда я понимаю, что у меня на футбольном поле получается многое из того, что тренерский штаб предлагает, тогда и есть уверенность в том, что мы можем добиться положительного результата. Поэтому в этом отношении я чувствую спокойствие у команды.